когда взяли Вену, Москва должна была салютовать войскам в честь взятия. Но оказалось, что один из домов, опорный пункт немцев, стоящий на небольшой высоте, вот оказывал еще сопротивление. Нам пятерки, как нас называли, смельчаков, во главе с лейтенантом было поручено хитростью взять этот опорный пункт. Целые сутки лейтенант наблюдал за немцами и в конце концов, значит, пришел к выводу, что мы можем взять этот дом, только нужно мигом пересечь улицу. И мы эту улицу пересекли рано утром, прошли бесшумно на второй этаж, в коридоре открывали дверь, бросали гранаты, вот из автоматов поразили немцев. И так далее, так прошлись по одному этажу, потом по второму этажу. И остался только один немец, который из туалета, из снайперской винтовки стрелял еще. Не зная, какова обстановка, мы его живым взяли. Но лейтенант сказал, мы на этого боеприпасы тратить не будем. Столкнул его с третьего этажа, и таким образом дом был взят. И мы уже гнали немцев, только сбивая опорные пункты, и войну закончили за Веной в городе Мельке.